Друзья, сейчас у нас ужин будет. Пойдемте, я покажу, что у нас на ужин. Вижу, что уже на входе нас ждут, как обычно, померят температуру, как всегда. Чик. Все, спасибо. А здесь коктейли. Здравствуйте. Good evening. Красная рыба, мясо. Роллы. Сеты такие разные. Вот смотрите, какая красота. Уголок зелени, как видите, очень много всего. Сами смотрите, у меня слов нету. Выбор просто какой-то мега громадный всего. Фрукты, инжир зеленый, инжир цветной, яблоки. Это уголок. Те, кто любит варено-пареные вещи, приготовленные на пару. Арбузы, дыни, виноград, персики, груши. Это у нас слива. Детский буфет. Смотрите, какие десерты клевые делают. Hello. Красота, да, какая? Круть. Так, это мы все с вами посмотрели. Пройдемся по горячему. Спасибо. Так. Даже не буду говорить, что это, потому что слишком здесь много всего, и я не знаю название. О, грибочки жареные. Спагетти. Овощи по-вегетариански, макароны, картошка фри. Пюре. Рыба. Мясо, шашлычок. Круть. Так. Вау, красота какая. Язык. Круто. Hello. И даже кукуруза есть. Круто, да? Ребят, ну вы сами видели, то есть тут выбор еды такой, что просто мега. Смотрите, сколько сладостей. Я не снял это все дело, поэтому, извините, доснимаю. Вот эти десерты очень вкусные. У них очень вкусные сладости. Мы сегодня в обед брали чизкейк, во рту тает. Брали еще какое-то пирожное, такое как птичье молоко. Вот, наверное, вот что-то в этом роде. Очень-очень круто, очень вкусно все. Обычно, очень часто у них в отелях бывает, что сладости приторно-сладкие и невкусные. Ты берешь, они все однотипные и невкусно. А здесь, ну реально, то есть берешь и
Очень круто. Смотрите, какое богатство. Круто, да? Так. И здесь у нас еще посередине есть тоже еда. Давайте вам покажу. Вы сами все видите, я не буду. Это рыба. Очень вкусная, кстати, рыба. Она тает во рту. Такая очень нежная. Картошка. Не знаю, что это такое. Это перцы. Все понятно. Это мясо. И рис. Ну что, ребят, я показал, что здесь есть на ужин. Может быть, что-то, конечно, пропустил, потому что очень много локаций. Ну, большой выбор. И вот у меня здесь сейчас отдыхает моих друзей 10 человек уже. Еще 3 летят, то есть 13, с нами 15 будет. И, ну, никто не сказал, что здесь плохо с едой. Поэтому, если для вас очень важна именно кухня, то вы не пожалеете. Когда мы инспектировали отель, нам говорили, что они переманили сюда повара с отеля Rixos Legendary, если не ошибаюсь. И о том, что у этого повара есть мишленовская звезда. Ну, насколько это правда, неправда, я не знаю, но потому, насколько здесь вкусно все, хочется в это верить. Ребят, ну я реально по-хорошему очень удивлен, очень круто. Смотрите, что взял. Роллы. Сейчас все попробую, расскажу, насколько это все вкусно. Девочки, как вам еда? Сказать, как еда, невозможно. Потому что, во-первых, еды столько много. Нет, только словарного запаса. Ну да, реально, очень много. Я то же самое, у меня нету слов. Мини-клаб. Друзья, мы поужинали. Ужин был очень вкусный. Все остались довольны, мои друзья, которые приехали на отдых, смеются, что наелись так, что не могут подняться, и стул приклеился, не могут со стула выйти. Реально очень вкусная еда, и мои друзья, которые здесь уже несколько дней отдыхают, ну, они подходили и, ну, так шутили о том, что ну как тебе выбор еды и насколько все это вкусно. Действительно, все очень вкусно.